еду на велосипеде и решил поговорить на такую тему, которая называется «Свобода для видеографа». Да, что значит «свобода для видеографа»? Многие просто видеографы уже свободны, но не понимают этого, да, то есть, что значит не свобода, да? Дело в том, что есть люди, которые работают в компаниях, и они, может быть, даже получают больше, чем видеографы, но при этом они постоянно находятся в стрессе, потому что их могут в любой момент уволить. И все, что у них сейчас есть, все те блага, да, все те, они превратятся в ничто. В результате они находятся в стрессе постоянно и вынуждены делать то, что их попросят. И даже если им это не нравится, у них нет возможности возразить, да? И это вот является не свободой. А что же есть свобода для видеографа? Ты можешь работать видеографом, но у тебя может быть много источников дохода. То есть один источник дохода — это ты, там, к примеру, свадьбы снимаешь, другой источник дохода — это ты документальные фильмы снимаешь, третий источник дохода — ты создаешь графику в After Effects, четвертый источник дохода — это еще что-то и так далее. Но суть в том, что у тебя очень много клиентов, и каждый твой другой клиент, каждый новый клиент — это и есть источник дохода для видеографа, да? И когда у тебя есть много клиентов, тогда ты становишься свободным. Казалось бы, да, ты все время с одной стороны занят, и ты не свободен, да? Но если тебе не понравился какой-то клиент, поскольку у тебя их много, ты имеешь возможность отказаться от этого клиента. И таким образом, понимая, как искать новых клиентов, да, ты можешь подобрать такие источники дохода, которые бы тебя полностью устраивали. И получается, что ты вроде как и работаешь, да, но ты при этом свободен, потому что все, чем ты занимаешься, оно тебе так или иначе нравится. Да? Вот в этом заключается свобода для видеографа. Это не безделие, это работа, но работа с теми клиентами, в тех обстоятельствах, которые нравятся видеографу.